Всем привет, друзья! С вами снова Панда, Красная Панда. Да, последние предыдущие ролики что-то совсем плохо не понравились вам, я смотрю, да? Да, не понравились, ладно. Только я сел записать новый ролик, как тебе пришел вот этот товарищ и поднял настроение? Так, друзья, я уже говорил об этом и скажу еще раз. Это не значит, что именно этот комментарий хороший, а все остальные какие-то плохие. Это значит, что именно в этом контексте этот комментарий лучше всего подходит. Каждый комментарий прекрасен по-своему. Знайте это. Кстати, я обратил внимание, что некоторым очень нравится, когда я добавляю их комментарии в ролики. Нравится! Если вы хотите, чтобы именно ваш комментарий попал в следующий ролик, хорошо, будьте креативными. Да, в принципе, Россия 23 вам нравится, я так подумал. Давайте уж вернемся. Не будем, так сказать, ссать против ветра. Ссать, писать, справлять нужду. В общем, иду за волей народа. Нравится вам батя и Россия 23? Будем смотреть их. Вернемся, в общем, к истокам. Так, с вас лайк, комментарий и репостик в свою социальную сеть. А мы смотрим так. Этот ролик от товарища, который мне напоминал, что на России 23 вышел новый ролик на новом канале, который называется «Воздушная кукуруза». Если найду, извините, комментарии в последнее время пропадают почему-то, не могу найти их. Ерунда какая-то происходит. Ну, сами знаете, YouTube температурит. Во всяком случае, я пытался найти, попытаюсь найти этот комментарий, кто мне это писал. Так, мобильные игры называется ролик «Россия 23». Лайк сразу ставим. А вы мне ставьте. И начинаем. Как часто в наше время люди залипают в своих смартфонах? Обычно... Постоянно. Некоторые даже видели ролики есть, да, когда... Идут такие, бам, в бассейн куда-нибудь. Ничего не видят, а. Это происходит, когда человеку скучно и нужно как-то убить время. В очереди в поликлинику, в автобусе, во время просмотра... В туалете. ...российского кино. Молодец. Еще раз лайк нельзя поставить. Однако есть люди, которые застревают в своем телефоне у себя дома, а значит, в своей же квартире человеку скучно. Ну... Да, может быть такое, что такого. Я тоже телефон часто зависаю, особенно в игрушки какие-нибудь там. Я рассказывал, есть некоторые игры, прям в них, о, как зависнешь. Вероятнее всего, в его жилище все идеальное. И ремонт хороший, да, согласен. Остается только убивать время, ведь никаких других важных дел у него. Никаких дел других, да. Да, не хотел. Все идеально, никакого бардака здесь нет. Нет. Либо он просто черт, который не хочет заниматься ремонтом. Откуда прилетел-то? У него нет. Либо он просто черт, который не хочет заниматься ремонтом. А, он сюда бросил и в него прилетел. Это Владимир, парень, не встает. Вот он, шлепка. С кровати уже больше часа, не выпуская телефон из рук. Наша съемочная группа увидела. Больше часа? Уверенно, парень нашел девушку и активно переписывается с ней. Просто... Склеил двух девушек. Нежно страница. А, или это... Ну, это смысл в том, что, типа, он... Ну, YouTube не пропустит цензуру, но... Кто понял, тот понял, короче. Каким образом он их склеил. Когда руководительством занимался... Ой, блин. Общение с девушкой всего лишь игра для такого мастера пикапа. Да, мастер пикапа. Какого пикапа, блядь? Просто с пахой на рекорды, у кого больше. То есть спорь... У кого больше, что? Ну, я понял, о чем сейчас пошутит. Спорите с Павлом, у кого больше. Да. Такой дружеский обмен дикпиками. Какими нахуй? Ну, я же говорю. Пиками, крестями, тузами. То есть, кроме дикпиков, отправили друг другу и фотографии. Фотографии тузов своих. Ну, просто раньше, ну, в определенных кругах называли туз, это, ну, как сказать, задний проход, короче, тузов называли. Фотографии тузов. Это некий проктологический чемпионат, да? Проктологический, да, чемпионат. А, дикпиковый туз. А, честно говоря, я не знаю, что такое дикпик, но я догадываюсь, что это. Иди ты нахуй, вообще ты, игра. Мы решили остановить пока. Сюжета, чтобы разобраться, правда ли, что Владимир играет в игру. Или все не так, как кажется, для того, чтобы докопаться до истины. Наша съемочная группа на фото взломала его телефон. Б***.
блин. И просмотрела свернутые приложения. Оказалось, парень говорил правду, с девушками он не переписывается. А если и переписывается, то это лишь деловые переговоры. А вы занимаетесь спиллингом прогулок? Ну, если бы пилинг, ну, просто пилинг, это не то, о чем я подумал. Пилинг — это там кожу они отшелушат. Там не важно, в общем, это женские там процедуры всякие. Ничего особенного. Спилинг. Воры. Че за косметолог? Типа, это я, черт. Мечтает о копытном педикюре. Ну да. Аху написал, блядь. Ебала. Да. Удаляет. Как нам удалось выяснить, Владимир типич... Ух ты, блин. Интересная игра. Ну, кстати, вот такие игры, они реакцию развивают. Так, поскольку я играл в другую, там, петух бежит, птица бежит, такой, бежит, нажимаешь, он тук поворачивает, типа, куда надо, он сам повернет, надо только вовремя нажать. Интересно такая. И там, причем, есть пятачок, написано, ну, не перепутаешь, когда нажать надо. Интересно очень. Такая. Причем он быстрее, вообще сумасшедшая скорость начинается, там, ты гишь, не успеваешь, ну да, классно, интересно. Личный смартфонный игроман. Пах, рекорд уебал, 158, сейчас Двигает папки, мечтаю, чтобы пару кинуть. А, двигает палки! Мечтаю, чтобы пару кинуть. Я все понял. Ну, как сказать-то? В общем, это имеется в виду про... Тоже сексуальный подтекст в этом есть. Палку кинуть, это имеется в виду. Ну, я не буду говорить в своих роликах. Кому интересно, погуглите. Побью, сука, и забью на эту игру. Оказалось, Владимир играет в простую, незамысловатую игру, цель которой — довести главного персонажа как можно дальше. Жалко. Не упав вниз. Ебало, нахуй. Я только начинаю, он сразу падает. Я только начинаю, он сразу... Ну вы поняли, о чем, да? Опять про руководительство. Падает. Именно эта фраза точечно объясняет, почему у Владимира до сих пор нет девушки. А, ну, про девушку, ну, я думал, про другой, про анонизм скажет. Меня. Я решил перейти на подстольные игры. В каменные лица. Погуглите, что это. Негодование Владимира наглядно показывает, мобильная игромания по-настоящему может захватить разум обычного молодого человека. Как оказалось... Просто когда играешь, лезет... Даже простая игра неприятна, конечно, особенно такая, ты там сосредоточенность нужна очень сильно. Хотя, казалось бы, тут, ну, хоть графон такой неказистый, но игры такие, они очень сосредоточение. Temple Run всякие, ну, понимаете, да, раннеры называются игры. Надо посидеть, вроде игра оказалась тупенькая там. Ты жми так вверх-вниз и просто прыгать. Ну, вверх-вниз, да. И влево-право, да, там надо. Разные раннеры есть. А там, блин, надо, чтобы тебе... Ну, по-своему неинтересно, да. Оказалась причина в доступности такого развлечения. Когда-то для того, чтобы играть в видеоигры, были нужны приставка, джойстики... Ой-ой, вот такие джойстики, кстати, у меня есть, если купил. Ну, без надписи Sega, конечно, а просто вот... 200 рублей что-то на Алиэкспрессе не стоит. Скачался Sega с эмулятора. Ох, ё-моё, там столько игр, я даже половину не знаю, что это за игры такие. И телевизор, розетка. Сейчас такие развлечения с легкостью помещаются в ладошки. Владимир очень любит развлечения, которые помещаются в ладошки, да. Которые помещаются в ладошки. Ведь у него 5 лет нет девушки. Вы ебал, в ладошку мою поместите. Да, я говорю, ха! Вот про эту. Про эту игру я говорил, вот, Runner. Казалось, вроде глупенькая игра, а тут, блин, сосредоточенность нужна. Игроманы сначала увлекаются этим иногда в течение дня. После начинают играть перед сном и с утра, не замечая, как в один момент затекшими ногами выползают из туалета. Как оказалось, чаще всего людей завлекают... Не, на самом деле, да, они вроде глупенькие, а затягивают. Вот это ужасная игра. Это, блин, это... Создатель этой игры, он просто ненавидит, мне кажется, игроков. Это садист какой-то делал. Или сатана лично его проектировал. Не знаю. Это обычные дружеские баталии на рекорды. Однако итог таких соревнований не предсказуем. Обычно все происходит по одной схеме. Сначала ты ставишь рекорд, потом твой друг побеждает тебя. Потом ты его, потом он тебя. А оказывается, что вы играете в игру, кто кого поборет, тот того и поборет.
потом ты его, а он тебя. Потом вам надоедает игра, но ты его, а он тебя продолжается по привычке. Пинерц! Ну, контекст я почти угадал, но просто по-своему извратил, а смысл тот же был. Для дружеских баталий на рекорды обычно выбирают очень простые, незамысловатые игры. Обычная залипалка. Автор книги по игре с другом. Залипалка. О двух концах, ну да. Риск-рот. Риск-рот? Простые, незамысловатые игры. Блять, обычная залипалка. Рот. Дорога. Риск на дороге, что ли? Или че? Риск-рот. Наша съемочная группа... Рот. Ну, я английский не ферштейн, извините. Посвязалась с создателями игры, чтобы пообщаться с разработчиками и выяснить, как Владимира затянула такая никчемная игра. Оказалось, что Риск Рот очень увлекательная... Вот она. Мобильное приложение для Android. Более того, как нам удалось выяснить, сегодня в игре стартует конкурс, в котором будут разыграны 5... Я круто подвел к рекламе тогда, типа... консоли PlayStation 5. Скачать игру можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Там же будут условия конкурса. Блин, смотришь, я вот, честно, я не слышу, что он говорит. Я вот сюда сейчас смотрелся. Трещина, что ли, на экране? А я что-то думал, у меня тут грязь какая-то. Пальцем хотел протереть монитор. Это не грязь, это Владимир. Сижу такой, рука так потянулась. Да лезет же трещина. Курса. Таким образом, нам удалось выяснить, Владимир выбрал очень хорошую игру. Сейчас рекорд поставлю, удалю. Вячеслав... зарабатываю бабки, пока Владимир геморрой специально для России 23. Да, зарабатываю бабки, пока Владимир геморрой. Так, друзья мои, вот такая сегодня получилась реакция. Так, скоро вернемся к России, к бате, сериал «Гараж». Вот он, «Гараж» у нас есть. Я просто опять запорол звук. Да, Косипор, что сказать. Косипор, я еще тот. А я записал, поэтому надо немножко подождать, пока я остыну, отойду, и я заново посмотрю ту серию. Ай, блин. Такое бывает, короче. Ну, ничего, я все равно могу опять раз смеяться. Поэтому ничего страшного. Так, вот такая сегодня получилась реакция. Понравилось или нет? Ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы еще посмотреть, на что сделать реакцию. А, Мирби мы там еще обсуждали. Ой, не Мирби, а Закатун. Закатуна. Ну, смотрите, друзья, если как будет, как с Мирби, я не знаю, ну. Мирби просто не зашел, да, я уж понял. Так. Все. И с вас репост в свою социальную сеть. Любую. Будьте клевыми. И всем пока. Хе-хе-хе.